На территории Краснодарского края в ближайшие несколько дней ожидается ухудшение погодных условий из-за обильных осадков, сильного ветра и понижения температуры воздуха. Министерство ГОЧС предупреждает: при сильном ветре держитесь как можно дальше от легких построек, линий электропередачи, деревьев. Если ливень застал вас на улице, постарайтесь укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления. Владельцам автомобилей не стоит пытаться преодолеть подтопленные участки дороги. Управлять автомобилем следует осторожно, не прибегая к экстренному торможению. В случае стремительного прибывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание. Во время снегопада неопытным водителям следует воздержаться от поездок за рулем. В случае чрезвычайной ситуации набирайте 112.